Уважаемые друзья, Исакогорская библиотека номер 14 предлагает вашему вниманию презентацию «Евгений Иванович Овсянкин, исследователь истории Европейского Севера». Евгений Иванович Овсянкин – историк-краевед, российский общественный деятель, педагог, почетный гражданин города Архангельска и Шенкурска, почетный доктор Северного Арктического федерального университета. Евгений Иванович – автор более 1000 журнальных и газетных публикаций, 27 книг и брошюр по истории Европейского Севера. Посвятив свою жизнь изучению истории Архангельского Севера, Евгений Иванович открыл многие ранее малоизвестные и неизвестные ее страницы. Родился 28 октября 1927 года в деревне Шульгинская Тарнинского сельсовета Шенкурского района Архангельской области. Отец будущего историка, Иван Степанович, работал счетоводом. В начале войны ушел на фронт рядовым сапером и пропал без вести в 1944 году. Мама Анастасия Андреевна всю жизнь трудилась в колхозе. Уже в начальной школе, в которую приходилось ходить за 3 километра от дома, Евгений пристрастился к чтению. Учеба давалась ему легко. Первые 4 класса он окончил с похвальной грамотой. Закончив семилетку, осенью 1943 года поступил в Шенкурское педагогическое училище. Активно участвует в общественной жизни. Становится членом драм-кружка, который дает спектакли не только в Шенкурске, но и в окрестных селах. В 1946 году, в изданном к выпускному тиражом 100 экземпляров в журнале, появилась первая публикация Овсянкина. Директор Шенкурского педагогического училища Александр Семенович Ельницын отозвался о нем так: «Очень эрудированный, вдумчивый молодой человек. Уверен, что ему по силам научная работа, и рекомендовал к поступлению в Архангельский педагогический институт. Евгений выбрал историко-филологический факультет». С 1950 года, после окончания обучения на историческом факультете, стал работать учителем истории 22-й школы города Архангельска. Среди его бывших учеников – учителя, кандидаты наук, работники научно-исследовательских институтов, известные в городе люди. В 1956 году успешно окончил аспирантуру Ленинградского государственного педагогического института имени Герцена. В 1965 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук. После окончания аспирантуры работал в медицинском институте, а затем перешел в Архангельский обком КПСС на должность заведующего отделом школ и вузов, а в лекторской группе редактировал журнал «Вестник политической информации». С 1965 по 1990 годы трудился преподавателем заочного отделения Ленинградской высшей партийной школы в Архангельске. Возглавлял областное правление Всероссийского общества охраны и использования памятников культуры и истории, а в последние годы своей жизни являлся председателем общественной комиссии по городской топонимике и памятникам мемориального значения города Архангельска. Знаменательным годом в его биографии был 1997 год, когда ему было присвоено звание «Почетный доктор Поморского университета», сейчас Северный Арктический федеральный университет. Долгое время Овсянкин был практически единственным, кто исследовал историю комсомола на Севере, участие жителей области в Великой Отечественной войне. Первым начал глубокую разработку проблематики гражданской войны и интервенции. Евгений Овсянкин был рецензентом многих книг и сборников статей. Большое значение для развития краеведения имело издание книг «Золотые звезды северян», «Летопись города Архангельска», «Архангельская область в годы Великой Отечественной войны», «Книга памяти», «Письма с фронта», «Наш край в истории СССР», в работе над которыми Евгений Иванович принимал активное участие.
К 90-летию революции 1917 года и к 80-летию автора вышла солидная книга «На изломе истории, мифы и реальность», в которой Евгений Иванович обобщил весь накопленный десятилетиями кропотливые работы, материал по истории революции, гражданской войны и интервенции на русском севере. В последние годы жизни Евгений Иванович Овсянкин написал книгу «Письма моей юности» о счастье, о первой любви, о преодолениях и победах, о глубоком взаимопонимании, которое лежит в основе сильного чувства. В 2010 году, к юбилею Победы, вышла книга «Когда Родина в опасности», второе издание, и «Тихая моя Родина» о близких сердцу шенкурских местах, которые Евгений Иванович никогда не забывал. Евгения Ивановича Овсянкина не стало 27 августа 2010 года. Похоронен он на Жировихинском кладбище города Архангельска. Имя Евгения Ивановича увековечено в портретной галерее историков-ученых-краеведов в конференц-зале Государственного архива Архангельской области. В июне 2012 года на здании, где в последние годы жил Евгений Овсянкин, была открыта мемориальная доска, выполненная скульптором Надеждой Шек в виде Красной книги памяти. Имя ученого присвоено научной библиотеке Северного Арктического федерального университета, а 28 октября 2015 года в библиотеке состоялось торжественное открытие кабинет-музея Евгения Ивановича Овсянкина. В 2017 году на родном доме ученого в деревне Тарня Шенкурского района была установлена мемориальная доска. Историк не прокурор и не адвокат, он больше похож на следователя, который вообще-то тоже не выносит приговор. Историку лучше прошлым заниматься. Но как уйдешь от сегодняшнего дня с его проблемами и противоречиями? Знание истории помогает не ошибаться. Эти слова летописца Архангельска сегодня звучат как никогда актуально. Имя Евгения Ивановича занесено в российскую энциклопедию «Лучшие люди России».